Всем доброго времени суток. Представляю вашему вниманию несколько распаковок с тестированием, которыми сам пользуюсь уже давно. Выпуск несколько затянулся, потому что решил более подробно показать и рассказать все. В общем, будет интересно, а ссылки, как обычно, в описании. И, пожалуй, я начну. А вам приятного просмотра. И первая распаковка – диммер с пультом управления для светодиодной ленты. Входное напряжение на диммер от 5 до 24 вольт. Пульт имеет на себе 10 кнопок для переключения режимов, а также регулировки яркости. В общем, смотрите сами. Я перехожу к следующей распаковке, и в ней блок питания на 12 вольт и 5 ампер с мощностью в 60 ватт. Кстати, блок работает как от сети в 110 вольт, так и 220 вольт. Я же лично использовал его на домашнем видеорегистраторе. И новая распаковка, и снова блок питания, но уже работает от прикуривателя в комплекте 10 насадок. И предназначен для ноутбуков и других устройств, так как имеет на себе переключатель под разные напряжения. Максимум на выходе от 3,3 до 4 ампер и мощность в 80 ватт. На вход требует от 11 до 14 вольт с силой тока до 8 ампер. Thank you.
Следующий маленький пакет принес в себе три контроллера заряда для батарей. Это аналог известной TP4056, имеет те же функции, отличается, как видно, формой. Ну и последняя распаковка, она же, на мой взгляд, самая интересная, автомагнитола. Читает USB и microSD карты, а также есть AUX-вход на 3,5 мм. Bluetooth, подключившись к которому через мобильный телефон, можно воспроизводить аудио, а через саму магнитолу принять входящий вызов. Стандартный FM-радиоприемник, ну и пульт управления стандартный для таких автомагнитол. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. F a critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in it. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing. Yup. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing and I maintain. Woo! Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Прост в подключении, а питал я его лабораторным блоком питания. На него обзор будет немного позднее, а теперь послушаем звук. Thank you.
На этом мой видеоблог подошел к концу. Не забываем про лайк и подписаться, ибо впереди вас ждет еще больше разных выпусков. А я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.